Нам открыты все маршруты. С добрым утром, малыши! Просыпайтесь скорее! Нам не терпится познакомить вас с нашими гостями. Обаятельными и талантливыми девчонками Айзой и Каримой. С добрым утром! Всем большой привет из чудесного города Казани. Мы приехали к вам не с пустыми руками, а с вкусным чак-чаком. Это татарская национальная сладость. Как ароматно! Спасибо вам большое, нам очень приятно. Да-да, у вас очень красивые имена. Вы знаете, что они означают? Спасибо огромное. Мое имя Айза. Оно обозначает «золотая луна» или «милость Аллаха». Спасибо большое. А мое имя обозначает «доброе, щедрое, милосердное и великодушное». Красиво. Карима, а что это у тебя в руках? Дудочка? Это не дудочка. Это татарский национальный инструмент – курай. Он бывает разных видов. Отличается по тональности, по материалу изготовления. Бывает деревянный, а у меня в руке металлический. Я играю на курае с 5 лет. Это доставляет счастье, радость и удовольствие мне и окружающим. Ой, Карима, а ты можешь прямо сейчас исполнить что-то вот на этом инструменте, послушать? Конечно, но у нас с Айзой есть предложение получше. Мы приготовили для вас песню на нашем родном татарском языке. Песня называется «Бабочка родного края». Я пою, а Карима исполняет партию на курае. Мы бы очень хотели исполнить ее для вас и всех ребят. А мы с удовольствием послушаем! Yeah.
Какая удивительная песня! Вы знаете, легкая, светлая, как бабочка летним деньком. Так и есть. В припеве песни такие слова. Наверное, и бабочка моего родного края такая же счастливая, как я. Как здорово! Летает и резвится, как детская душа. Ой, красиво! Мне теперь захотелось еще больше узнать о Казани и ваших традициях. А я подготовился и придумал для наших гостей викторину про Казань. Предлагаю вам ответить на несколько вопросов и заодно расскажем Хрюше и вам, ребята, интересные факты о Казани. Согласны? Согласны! Тогда начинаем! Ребята, не переключайтесь! Итак, мы начинаем. Правила очень простые. Вам нужно прямо сейчас ответить на вопросы, которые я буду вам задавать. Кто быстрее нажмет на кнопку? У тебя голубая, у тебя зеленая. Проверили работоспособность. Все работает отлично. Тот, конечно, и отвечает. Все понятно. Вопрос, ответ. А я буду считать, кто даст больше правильных ответов. Вот так. Внимание, внимание, мой первый вопрос. Столицей какой республики является Казань? Татарстан, Узбекистан, Башкортостан. Айза была первой. Отлично, да. Айза, отвечай. Татарстан. Татарстан? Конечно, Татарстан! Внимание, мой следующий вопрос. Как еще называют Казань? Город-герой, третья столица, город гостей и туристов. Так, Карима. Так, первая была Карима. Отвечай. Мне кажется, второй вариант. То есть второй вариант это? Это... Третья столица? Да. И это абсолютно правильный ответ. Первая Москва, вторая получается Санкт-Петербург столица, да, северная столица, и Казань третья столица. Здорово! Мой следующий вопрос. В каком году была основана Казань? В 1542 году, в 1205 году или в 1005 году? Айза? Мне кажется, первый вариант. Первый вариант? В 1542 году. Айза, это неверный ответ. Карима, у тебя есть шанс победить? Мне кажется, это в 1005 год. В 1005 году была основана Казань. Абсолютно точно! И это получается, что Казань старше Москвы? Вот да, это Хрюша, да! На 142 года. Потому что Москва была основана в 1147 году. Итак, внимание, переходим к следующему вопросу. Угу, на территории Казани находится уникальное сооружение. Символ многообразия разных религий. Христианства, буддизма, ислама, иудаизма и других. Как оно называется? Варианты. Храм всех религий, Казанский Кремль или мечеть Кул-Шариф. Так, Айза, твой вариант. Храм всех религий. Точно, правильно. Друзья, посмотрите, как выглядит храм всех религий. Ну, точно, сказочный терем. Красота. А у меня, друзья, остался еще вопрос. Внимание, внимание. Известный казанский кот. Это кот-ученый, кот-лентяй или кот-мышелов? Айза? Кот-мышелов. Кот-мышелов, ты уверена? А может, кот-ученый тут? Карима, это правильный ответ? Я думаю, да. Вот так выглядит казанский кот. Какой упитанный! А почему его так называют? Потому что он ловил мышей, а еще есть такая легенда, что кот спас хана. Да! От кого? От захватчиков. Молодец какой! Так кот к тому же герой! Да. Девчонки, спасибо вам большое. Пришли с подарками, с песней, с хорошим настроением. Да. Мне кажется, мы здорово провели время. Хрюша, да. Кто дал больше всех ответов? Ой! Антон, а мне кажется, победила дружба в этой викторине. Я тоже так считаю. Вы молодцы. Благодарим вас за классное настроение. Да. И я узнал что-то новое о Казани. И теперь мне еще сильнее захотелось там побывать. Обязательно приезжайте. У нас всегда рады гостям. В Татарстане, кроме Казани, очень много красивых городов и мест. У нас очень красивая природа. И отличная национальная кухня.
О, кухня! Это мы любим! Все, Хрюша, собирай чемоданы! Спасибо большое за приглашение. А мы обязательно приедем в гости, так что увидимся в следующий раз в вашей республике. Да, и вы обязательно приезжайте к нам еще. Договорились? Договорились. Да. Ребята, живите активно, мыслите позитивно, путешествуйте и узнавайте нашу прекрасную страну. Увидимся! На самом семейном канале «Карусель»!